Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1509. События дня. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. «Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». За 29 января 2020 года. Ну, наше обращение о помощи. Тормозите курсором, а я дальше буду проводить. 4 ролика, как барабар живет. Он сильно нуждается, чтобы помогли купить комбайн. Это не 2 копейки. Это наше содружество, так тщательно называется, как переписывается каждый день. Я все это забираю у них для памяти. Хотят новую визитку сделать, и вот тут пошли у нас разговоры. Тут разговор возник, что одна сестра у нас вот засыпает все время. Ну и вот они там, можно нельзя говорить было. И как первая Пасха была совершена на квасном хлебе или на пресном. Я отвечаю, дни опресноков.
Ну и события какие. Снег. Валит и валит снег. Ну, я тут птицами занимался, воробьями, жуланами, голубями. Это для меня работа. Лазить нужно, прочищать, снег откидывать, где у меня хранятся для них свои отходы, пшеница. Остальное здесь сижу за компьютером. Заказчику веду. Володя приходит, будет это ставить. Ну, сегодня пока все.